Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в ХКР 2. Так, металлолом забрали. Новые задания. Так, подожди, не туда нажал. Сделай 5 поворотов на хилл-климбе. Нет, получите 250 эфирного времени. Вот это нормально. Это по мне. Так, откроем сундук. Зимние шины, стартовый ускоритель. Здесь забираем тоже бесплатный сундук. Все это беспонтово на самом деле. Так, ребята, сундучок. Заработали ускоритель приземления. Зимние шины. Это по результатам. Мы проиграли, ребят. Видно сразу по очкам. Волгоград 3-4. Ничего себе. Мы проиграли Волгограду. Представляешь? А? Я в сети. Половина второго ночи. Кто в сети? Я в сети. Так, ну что, ребят, попробуем сегодня взять. Сколько у нас там? 13 тысяч кубков. Я думаю, проблем никаких не должно у нас возникнуть. Поменяем вид. Давай такого возьмем. И вперед. Что тут, как говорится, сиськи мять, да? Надо выигрывать. Так, подожди. Ну ладно, в принципе, нормально. Немножко саданул. Нифига ты какой парень рыжий. Рыжеволосый такой, воу. Есть. Первая гонка очень даже неплохо у нас прошла. Ну, сам понимаешь, только начало. Давай смотреть, что нам дальше подкинет игра. Какие испытания. Ядрить, колотить. Да. Ну конечно же, кактусы наши любимые. В кавычках. Слушай, а маслкар там что-то попердывает, но догнать нас не может. Хотя очень сильно хотел, наверное, да? Прям у него свербит в одном месте, как бы он хотел нас обогнать. Но, извините меня, не тут-то было. И не надо, ребята, мне напоминать, что мы играем с ботами. Я прекрасно все сам знаю. Что мы играем с ботами. Что нечего с ними там обсуждать. Вот интересно, а мой бот кому-нибудь выпадал хоть раз? Или я недостоин быть в какой-то игре ботом? Так, ну что, ребята, тут у нас 20 крыльев на формулу выпало. И у нас кубок аллигатора. Давай-ка мы кубок аллигатора поедем на... Кстати, секундочку. Секундочку, мы прокачивать будем? Будем. А, зашибись. Но зато, ребята, у нас воздух и мотор прокачан полностью. Остается сцепление и силу прокачать. И все будет у нас, наверное, ништяк. Погнали. Ну, понятно. Начинается вот это вот трихомудия, да? Вниз. Господи, что ж ты? Нас, по-моему, все, кто только мог, обогнал. Ну, я вон там одного паршивца обогнал. Я так понимаю, у него бензин закончится. Только лишь из-за этого у меня получилось его обогнать. А так, что у нас тут? Багги, раллийное авто. Проехать 1700 метров. Типа проехали. Ну твою-то налево, ну. Отлично. А тот чувак не доехал, все-таки перевернулся там. Машина, да, хороша, ребят, но не всегда она делает то, что мне нужно. Очень большие прыжки у нее, очень большие, огромные. И вот это вот приземление. Опять этот не доехал, чувачок. По-моему, у меня, да, у меня второе место. Ну, я считаю, что это неплохой результат, ребята, для
супер дизеля, я считаю, что очень даже неплохо. Так, миля шахтера. Ну что же, миля шахтера, давай мы... В шахтах лучше, наверное, ехать на этой машине все-таки. На раллийном авто. Она более-менее тут универсальная. Вот как вот он едет без крыши? Не боится еще, главное, а? Что он может разбиться или еще что-нибудь. Или он рассчитывает на свой... Типа профессионализм? Вау! Фига, меня там сейчас кувыркнуло. Не по-детски, я тебе скажу, не по-детски, ребята. Вниз. Офигенно я сейчас проехал, да? Просто идеально. Взлет, потом такое нежнейшее падение. Да и, по-моему, у нас здесь гонка еще к тому же одна. Да мы еще и лидируем. Что может быть лучше? Лучше может быть только одно. Победить. Что мы, в принципе, и делаем. Прекрасно. Очень круто получилось у нас, друзья. Так, 13 тысяч кубков, они практически не за горами. Давай попробуем вот это мы проехать. Ой-ой-ой-ой. Кстати, да, тут можно было бы еще на фуре, ребят, попробовать. Оу! Я засмотрелся на акселя. Зашибись. Опупеть просто, блин. Это что за... Это что за прикол, ребята? Я просто взял эту дверь и шпиндякнул, и все. Давай залетай тогда уже. Фиг, фиг там. Это жесть. Да, я проехал хуже некуда, ребят. У меня еще и горючка кончается. Оно кончится сейчас обязательно. Я приеду, но последним. Блин. Не ожидал. Не ожидал, если честно, что я так говёно вообще проеду. Ну все, это фиаско. Это фиаско. Даже в тройку не зашел. Даже в тройку не зашел лидеров. Блин, вообще. Так, воскресный чемпион. Попробуем. Что у нас там? Нифига. Ну да, 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 да. Как всегда, друзья мои, как всегда. Блин, сейчас опять подпрыгну. Ну это вот, это вот большой идиотизм, ребят, на этом мотоцикле. Ну просто невозможно, блин. Какого хрена он прыгает так, блин? Здесь-то, я надеюсь, первое место займем. Ну, здесь отлично получилось. Ну, там, конечно, да, ребят. На этих мостиках подвесных. Тихо, не вздумай врезаться. Так. Оп, тихо. Нормально, ребят, здесь проехали очень даже хорошо. Ну что, у нас последняя гонка. По-моему, это с этими пещерами. Ведь пещера же, да? Я специально, ребята, ехал как можно медленнее. Трындец просто какой-то, а. На финишной так обделаться. Слушай, ну я все равно первый буду, потому что по очкам. У нас у всех там по 6 очков, но так как я играю от себя, поэтому меня поставили первым туда. Так, наверное, я поеду здесь на раллийном авто. А фиг бы делать.
Так, байкер тут. ИСО. Да, второй. Чуть-чуть не хватило мне его догнать. Ну да ничего страшного, я думаю, что отыграемся мы сейчас. Давай-давай, аккуратненько. Аккуратнейшим образом. Так, нормально. Давай здесь тоже возьмем горючее. А в принципе тут уже и финиш. Ну давай еще последнюю гонку с тобой вот так вот хорошо отыграем здесь. Были бы крылья, но и наверное... Наверное. Эх. Какое место? Первое. Первое, отлично. Путешествие на пальцах. Нет, райская бухта. Но опять же поеду на раллийном авто. Опять же я поеду на раллийном авто. Сзади баги там. Хочет меня догнать. А вот получится ли? Сомневаюсь. Хотя если вот так вот будем с тобой врезаться... Да не, вроде бы нормуль. Подгазовка все отлично работает. И поэтому здесь мы будем финишировать первыми. У нас одна трасса по ходу дела. Поеду-ка я лучше понизу. Ну и все, вот, друзья мои, и финиш. Не удержался. Угу. Сумрачный кубок. Кубок сумрачной долины, точнее так будет. Фига ты, Пиноккио. Ты смотри, как он там летает, ребят. Что-то я себя чувствую сейчас каким-то вообще недомерком. По сравнению с как они сейчас проехали. Ну-ка посмотрим в этой гонке, что у нас получится. Размотало чувака, прекрасно. Догонялся, догазовался. Каким образом вот этот перец подпрыгивает, я не пойму что-то. Где он? Его даже и не видно. Он тут только сейчас приземлился. Ну давай попробуем. Это три гонки или это... Или четыре здесь? Оу, 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 молодец, Рэй. Красавчик. И он, кстати, тоже подбился, этот байкер. Кубок Федерации. Давай мы на чем-нибудь другом проедем. Кубок Федерации. А на чем ты тут проедешь? Давай вот на этой поедем. Чисто по приколу. Такая драндулеточка. Давай, родная моя, шпарь. Зря я, наверное, горючку не взял. Но она, видишь, она такая слабенькая, что даже не может перепрыгнуть ямки. О, а здесь вообще для нее, наверное... Здесь для нее проблема просто будет. Да нет, смотри-ка. Проехала, очень даже неплохо, я тебе скажу. Очень даже неплохо. Так, здесь еще одна. Прекрасно. Просто прекрасно. Взяли.
Ну и вот и финиш. На ней очень хорошо стартовать. Легко попадать на ускоряху. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ну вставай на колесики. Какие там нафиг колесики, ребят. Это тарантайка, если упала, все, ребят. Это Хана Мандрига называется. Она больше уже не встанет, потому что она неуклюжая. Ну, это аттракционы, поэтому я здесь взял раллийное авто. Видишь, притормаживает еще, чтобы взять и подобрать это горючее. Боится же упустить. А почему боится упустить? Потому что не хватит ему доехать тогда. Вот и все. Так, вот здесь будет интересно, конечно. Рашпут. Фига у тебя никнейм Рашпут. Рашпут. Что-то хочет там. Хочет, но не получается у него. Ауч. Так, он тоже там не вписался, нормально. Он тоже не вписался, врезался там. Поэтому все шикарно, он даже последний приехал. Прикинь, из-за этого. Он приехал последним. Я прям заезжаю сюда, отлично. Что может быть идеального залета? Да ничего, ребят. Все, победа. Итого 9 баллов. Итого 9 баллов. И нам остается тут совсем чуть-чуть, друзья мои, до 13 тысяч кубков. И забытое шоссе. А давай попробуем на этой тачке прокатиться, а? На фуре. Нифига она. Там подлетела, взяла, там взяла. Нормально. Я тебе говорю, она такая здоровая, но что-то как-то так едет легко. А фиг ли делать? Придется тогда тут ехать. Я, конечно, не хотел. Я думал, понизу проедемся. Ну, раз уж сюда нас затянуло так. У нас что, одна гонка здесь, что ли? Одна трасса? Ну да. Очень проехал легко. Даже не вспотел. Ага, давай еще разочек проедемся. Посмотрим, как она здесь себя проявит. Ну, очень даже хорошо она себя проявляет. Вот единственное, когда ты начинаешь в воздухе подтормаживать, она уж больно как-то быстро теряет скорость. Типа включается какая-то сопротивляемость, я так понимаю, да? И очень быстро теряет скорость. А не трогай тоже не могу, ребята. Чтобы она перевернулась, нафиг мне это надо. Поэтому приходится все время так подкорректировать ее. Есть. А тут всего две гонки было. Так, 30 самоцветов. И здесь у нас тоже награда. Так, арматура, усиленная турбо. Ладно, хорошо, давай, поехали еще маленько покатаемся. Грязное ралли. Вот это вот, конечно, неприятно. Вот она врезается во что-нибудь, все, ребят, теряет сразу скорость. Чем-то напоминает мне супердизель.
отдаленное какое-то такое напоминание. Вот она передом врезается, когда у нее сразу начинается очень быстро телескопить. Очень быстро. И набрать ее проблематично. Видишь, она все время хочет клюнуть носом, блин. Вот если бы она вот так вот постоянно бы ехала бы, это было бы круто. Но это надо держать баланс, извини меня. Если ты хочешь, чтобы она так ехала, ты должен держать баланс. На заднем колесе именно. Прекрасно. Ее прокачать бы хорошо, да, по полной. Мне кажется, вообще было бы четенько все с этой машинкой. Погнали. И вот это вот то, что она на нитро шпарит, очень круто, да? Смотри, очень далеко проскакивает, поэтому есть смысл прокачивать нитро ей. То есть она будет довольно легко отрываться от соперников. Так, кубок путешествий. Ну что, посмотрим, как она на кубке путешествий себя проявит. Ой-ой-ой-ой-ой. Ладно. Ну что это, ну... Задели, задели, задели. Задним колесом буквально. Это что еще за маромойщик там едет? Нифига! Как этот хмырь-то там проехал, я не пойму. Мы вроде там летели, там перелетали, перепрыгивали. Его там в помине не было. Явилось чудище огородное, блин. Я там с ККМ-кой, блин, соревнуюсь, кто кого. А он из-под тишка просто вылез. Вот постоянно, я говорю, как только стоит, ребята, вот снизить скорость, начинаешь притормаживать, все. Какая-то фигня получается. Не нравится мне. Вот это, наверное, один недостаток у нее, у этой машины. Прям вот чувствуется, она летит вот в воздухе, вот ты, оп, притормаживаешь, и все. И вот... Ни в какую. Как будто летит, но очень большая сопротивляемость у нее. Так, ну что у нас там, темные дороги, давай попробуем. На всех трассах, но я боюсь, что, ребята, вот, например, под водой на этой тачке будет плохо. И в сумрачной долине, и на аттракционах тоже на этой машине, наверное, будет некомфортно ехать. А так, ну так, в принципе, очень даже и неплохо. Да куда ж ты твою налево-то? Она, вот она еще очень, ребята, резко рвет и на трамплинах вот хочет как бы прыжок вот такой сделать. Рьяный. Ну и, конечно же, вот этот вот буст на отрыв идет, работает просто на 5 с плюсом. Ни на одной машине я еще такого, ребят, не чувствовал, чтобы вот так срабатывал. Даже на моей раллийной авто, хоть он и прокачанный, я не чувствовал там такой вот прыти, мощи. Так, тут главное не разбиться нафиг. Фу. Ну, обошлось. Просто обошлось. Так, кубок колпака и ступицы. Это вот эта вот каньонная дорога. Сейчас посмотрим, как она тут проведет себя. Что-то как-то... Давай, давай, давай.
Слушай, ну в воздухе она хорошо пролетает. Очень большое расстояние. Как бы не считает каждую кочку, а вот просто пролетает напрямую и все. Хоть у нее и крыльев нет. Я представляю, если на нее еще крылья поставить, как она будет лететь. Да, она должна, наверное, круто проявлять себя в этом случае. Но я тебе еще раз говорю, сопротивляемость все-таки чувствуется. Именно на прыжках. Вот не трогаешь ее, все окей. Во-во-во-во-во. Вот явно сейчас было видно. Эх, везучий, не повезло тебе. Нифига ты не везучий. Так, пыльная дорога. Вот хочется, чтобы она летела как можно дальше, но не получается. Блин, аж вымораживает почему-то. И почему-то ее все время ввысь. Не вдаль, а ввысь тянет. То есть она летит больше ввысь, чем вперед. Как бы тоже напрягает. Так, ну что, пустынные пещеры. Естественно, я на ней не поеду. В пустынных пещерах можно попробовать на маслкаре. Как он тут себя проявит? Так, а у меня, походу, вообще, что ли, ничего на нем нету? Ни ускорения, ни нифига. Еле едет. Ну да. Похоже, вообще ничего нету. Видел, как она стартанула? Аж заискрилось там все сзади. Или это у кого-то что-то сработало? Тихо, пацаны. Пацаны. Стоять. Папа едет. Фига ты. Смотри, 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 смотри. Какое ты говно обогнало, а? Серьезно? Какой-то спорткар вшивый меня обогнал. Ну что ж, давай покажем, кто тут главный. Главный по матрешкам. Под сводом гор проехали. Ну вот и все, вот. Вот он истинный, ребята, результат. Эх, жалко. Блин, у меня нет такого самурайского шлема. А хотелось бы. Это моя шахта. Давай попробуем, как маслкар проявляет себя в шахтах. Да никак. Я прям чувствую, вообще никак, ребят. Как-то некомфортно я чувствую на этой машине себя. Это нам еще противники даются легкие, потому что мы едем в первый раз на этих трассах. А когда ты уже на следующий, например, раз едешь и на следующий, там будут даваться уже крутые машины. И ты сразу поймешь. И сразу тебе будет с чем сравнить. Почему-то все время меня подгоняет спортивное авто. Постоянно на подгоне, ты заметил? Оно постоянно сзади там меня прижучивает. Подталкивает. Да-да-да-да-да, нормуль. Вот и все. Прекрасно, ребята, прекрасно. Так, Нагорный кубок. Нагорный кубок, давай попробуем. Да вот, Нагорный кубок. На фуре. Прикольно.
Прикольно, а заехать-то... Видишь, что сзади? Хмырь творит. Да куда ж ты? Да твою-то налево, блин, смотри. О! Тут, конечно, было печально. Ей неудобно было взять вот этот вот изгиб. Слишком крутой. А я поверху. Все понизу, а я поверху поеду. Да твою-то налево-то, а? Ну все, ребят, это... Это бесполезняк. Просто бесполезняк. Сразу не заехал? Пиши пропало. Нифига, мы с тобой на завод попали. Ядрен, матрен, нафига мы там залетели? Бумс. Да, летит, конечно, она высоко. Все магниты, все задевает собой. И улетела в Поднебесную куда-то туда. Ладно, ничего страшного, ребят. Да что ты, блин, по каждому магниту прокатился еще. Ну твою-то налево. Ну тут тоже первое место у нас будет. Я предчувствую даже это. Все, взяли. И последняя, третья гонка у нас. Баги там что-то попукивают, попукивают, но ничего у нее не получается. Она бы и рада, как бы, да? Но по скорости она не вытягивает. А видно даже было, что мой тягач просто переплевывает их всех. Первое место, ребят, естественно. Угу. Восхитительный. Ну давай попробуем восхитительный. Но мне кажется, это бесполезно, ребят. А там кто первым едет? Я не успел просто посмотреть, кто там ехал. По-моему, супердизель или что-то в этом роде. А, нет. Это монстр трак. Опять же спрашивается, как он успел это сделать? Как он мог приехать первым? Непонятно. Давай здесь без особого прыгания, потому что оно как бы нафиг нам не нужно. Ох, ядрен ты, матрен, офигеть, просто, просто смяло крышу, ребят. Так ехал зачетно, и на тебе. Да. Это, конечно, подосрала мне игра. Прям точно крышняк сорвала. Ну ты видел сам. Бомбанул этой бортиком. Так а чё, я уже, ребят, какое там у меня место? Последнее, по-моему, да? 5 баллов. Первое? Чё-то я сам в шоке. Почему первое? О, вот это вот здесь должно быть хорошо, потому что здесь ровная трасса должна быть, по идее. И для фуры. Это прям как бальзамчик. Но вот когда домики начнутся, я не знаю, как мы там будем в домиках в этих ездить.
Давай, давай, 1, 2, 3, поехали. 1, 2, 3. За собой подотри. Подтираловки. А я еще представляю, мы ее если прокачаем по полной программе, да если еще обвесить ее. Ну, по обвесам сделать. Вообще цены ей не будет. Кто там на попрыгульках у нас прыгает, а? Кто там прыгает у нас на попрыгульках? Hill Climb Racing, верно? Так, вот здесь вот. Твою-то. Ну вот нафига вот это делать? Я вообще хотел просто снизить скорость, он меня взял, перевернулся. Дурачок местного разлива. Так, вести. Ну давай попробуем здесь. Мистический кубок, про который мы как раз говорили в тот раз. Хочу просто посмотреть, как она будет себя здесь вести. Ага. Ну тяжело ей, тяжело ехать. Во-первых, она большая, громоздкая, раз. Во-вторых, она очень быстро теряет скорость. В-третьих, она повышает скорость на подъемах, где как раз нафиг они не нужны эти на подъемах, потому что... Потому что все очень плачевно. Так, это подъем, наверное. У нас уже крыши нету. Видишь, без крыши едет. Так, это вторая была гонка. Третья, по-моему, тоже на подъем идет, а четвертая, самая последняя, уже идет на спуск. А, нет, 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 нет. Здесь кувшинка это будет. Все, я вспомнил. Здесь надо вот так вот аккуратненько. Эй, там, как всегда, газует непонятно куда. Газует и тем самым, естественно, ребята, уступает мне место. Хотя вырывался он вперед, я про баги сейчас говорю. А здесь уже, ребята, вниз. До этого по прямой это, а сейчас будем чисто вниз спускаться. Вот после вот этого вот. Поехали. Ага. А, ну тут получается вниз, а потом опять мы поднимаемся наверх. Почему-то у меня в голове засело, что мы постоянно только вниз идем. Замечательно. Кубок Штормрайдера. Ну что, попробуем? Так, тут еще и супердизель. Ну вот это хорошо сейчас получилось. А вот это вот дрянь. Так, да я вижу, вижу, вижу он сзади. Так, ну здесь мы выиграли. Хотя очень близко был от меня супердизель. Фу, повезло, я думал сейчас это, сгорим, спекемся там. Нет, проехали, все нормально. Так, я, наверное, вниз поеду. Вот здесь вот. Это кто, раллийное авто там сзади, что ли? Да? Желтое раллийное авто сзади уже нас поджимало. Ну и последнюю гонку. Да я думаю, здесь... Да хотя тут уже не важно, первое место все равно уже будет у нас взято. По очкам, по тем же самым. Фига, мы даже с тобой водопад вот этот перепрыгивали. Гейзер. Блин, именно на мне ловит, а? Гейзер этот. Идеально получилось.
Мы приземлились прямо на горючее, взяли его немножко, стартанули и тем самым обогнали этот супердизель. Кубок езды по ухабам. Давай посмотрим, как она по ухабам. В принципе, мне кажется, с ее вот этим вот то, что ее задирает наверх, она должна тут нормально вообще пройти. Сейчас посмотрим. Сейчас глянем. Ну, скажем так, первый вроде бы тест пройден. Блин, кочки эти, ну. Вот это вот хорошо надо, да? Стартует. Все, ребят, здесь тоже нормально. Вот она когда возьмет горючее, нитро. Все, у нее там подрыв просто великолепнейший идет, начинается. Нежданчик. Двойной нежданчик. И горный кубок. Ну как так-то, а? Вначале встал поперек, блин, этого, потом крышу сорвало. Эй! Размазня, блин. Я думал, что мы запрыгнем, доедем. Ну, заедем туда, оттуда начнем. Да фиг там. Не вышло. Фигово. Так, ну что, этого щегла надо наказывать, ребят. Мелкого паршивца. Вот этот, который на баге едет. Да что у тебя так высоко-то подкидывает? Да не надо мне туда, блин, так высоко-то, ну. Блин, что, неужели этого драндулета не можем обогнать? Есть. Как он нас в прошлый раз, так и мы его. Прямо на финише подрезали. Ага, а я заехал, ребят. Только вот надо ли было мне заезжать сюда? Я вниз. Я вниз, блин. Да, размозжила ему бошку, блин, как всегда. Нету крыши, ребята, у этой тачки, поэтому она как супердизель. Чуть-чуть где-то запоролся, все, тебе хана. А так она, смотри, несется, офигеть как. Я говорю, если ей взять крылья, наверное, она будет летать как бабочка. Наверное. Ой. И ты заметил, все, главное, сбросили скорость, да? Что байкеры, что этот пришибленный. Так, я лишился крыши. Тихо. Не-не-не-не-не-не-не-не-не. Фух. Думал, сейчас опять квашня будет из нас. Но нет, он ударился передом. Если бы он ударился бы головой, то все. Победы нам не видать было бы. А так все хорошо. Киани. Мы вот за счет горючки, да, действительно очень далеко, ребята, улетаем. Очень далеко. То есть отрыв у нас колоссальный получается. И последняя гонка. Ну, ну давай, 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 давай. Есть. Взял горючку. Вот так лучше перейдем, да, ребят.
Лучше, пускай он, блин, как говорится, капотом, блин, прижимается к крыше, чем головой. Ну, а мы взяли с вами 16 тысяч кубов. И ускоритель это у нас на супердизель. Так, арсенал Тула. Ну чё? Поехали. Не надо так закидываться, пожалуйста. Ну, я последним, короче, приехал. Друзья, к сожалению, я приехал последним. Попробуем. Ты видел? Фига он там взлетел, полетел. Я возьму здесь багги. Сразу все банки к чертовой бабушке разбросал. Блин, горелый. Ой-ой-ой, это на подъемах. Ну, я здесь далеко не уеду, ребят. Нашел, что взять для подъемов. Нет. Это бесполезно. Лучше сразу разбиться и... Еще не легче. Звезда отдуплилась. Да я тоже тут хорош встал. Не, ни туда, ни сюда. Кончилось топливо. Да понятно, что оно кончилось. Не, ребята, это гонка не для меня. Такие машины дают, они у меня вообще не прокачаны. В ноль просто, в ноль. Гоу. Такой байкер-шоу. Так, один сундук взяли. Не отстает, а, паршивец? Ай! Умудрился. Выстрел. Летит. Летит, блин. Ай, нарочно не придумаешь. Нарочно не придумаешь. Так, друзья мои, давайте-ка мы на сегодня будем заканчивать. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков. Удачи вам.